нас сегодня замечательная погода. Мы со Златкой выбрались в первый район Вены. Мы на Грабане. Да, уже готовится к Рождеству. Видишь, они все позолотили. А, да, все в позолоте. Обновили посадку. Вечером, конечно, здесь красота. Да, если это светит, то все вечером здесь фантастично. Церковь Святого Петра и Павла. Лошадки, да. Вот видите, под хвостом у них Einsacher Fürdes Kappel. Между прочим, кто-то в комментариях говорил о том, что центр Вены и метро пахнет лошадиным говном. Оно так и есть. Оно так и есть. Это так и было. Сейчас заставили владельцев вот фиакров, они, в общем-то, вот такие вот мешки привязывают лошадкам под хвост. Чтобы не теряли свои какашки. Да. Я тебе должна сказать, что У1, линия красная, да, метро, она всегда прилично воняла. Почему? Потому что, во-первых, она глубже всех. Вот, она на самой глубокой здесь линии. И там есть, там стоят вот эти вот, которые гонят воздух, но летом бывает просто невыносимо. Но не просто лошадьми, а вообще зад воздух. Да? Нет, ну вот именно в комментариях кто-то говорил о том, что вот, в общем-то, это воняет вот этим лошадиным говном и метро. Ну, в общем-то, не везде. Это не везде, да, но... Может быть, только на Штефанштрассе, да? То есть на это заработок людей, да. А сейчас туристов очень мало, но... Ты в курсе, вообще русских туристов пускают сейчас вообще из России туристов? Пускают всех. Нет, ну отели-то работают. Да, работают. Уже работают отели. Они вот у нас с первого числа сделали вот это подтверждение 2G вот этого. Ну да. То есть ты здоров и как это... Лет, нет, ты либо переболел, либо ты привился. Да, либо ты переболел, либо привился, правильно. Вот, но я просто говорю о том, что... Мне сейчас, видишь, народу мало, то сидели все. Ну да, сколько было русских, да. Вернее, туристов из России. Да. Море. Но туристы особенно вот на этой улице. Вот как туристы. Выйдешь, ну я бы не сказала, что много туристов из России. Ну, знаешь, периодически слышно русскую речь. Но это не факт, что это туристы. Я с тобой согласна. А вообще, да, фигельмюллер. Знаменитый австрийский винер шницель, который действительно делают из телятины. Да. Вот. А, да, точно. Вот. Здесь вот. Сюда приезжал... Стелятины. Кстати, сюда правда приезжал Ширвинд, сын Ширвинд. Помнишь? Да, да. В ресторан, там он, по-моему, так и он и готовил. Да, помнишь, это он там конкретно готовил, рассказывал про да, него. Да, вот. Вот это очень большие шницели. Да, Фигельмюллер. Да, да. Родина шницеля с 1905 да. года. Кто бы мог подумать. Да. Вот. И, значит, вот тут... Здесь всегда народ. Такой, да? Всегда. Вот. Всегда народ. Мне больше всего понравился вот этот вот уголок сокровищ. Да, вот это мне очень понравилось. Да посмотри, какая. Мы приходим и зависаем. А мне вот эта брошь, посмотрите, какая шикарная брошь. Брошь-бабочка. Подожди, брошь-бабочка. Это за 8 тысяч? 8950 евро. Ну, это значит, там это одни брюлики. Это красота какая. Брюлики. Брошь, вообще, я вот в шоке, но цена мне вот, ну, вот совершенно ну, никак нравится. Не нравится. Нет, да? По таким вот улочкам можно гулять в Вене бесконечно. И всегда для себя будешь открывать что-то новое. Ух ты. Бейкерштрассе, да? То есть улица этих, как у вас по-русски? Бейкер это... Это улица пекарей. Пекарей. Но больше на ней это Бейкерштрассе, как Шерлок Холмса, да? На Бейкерштрассе, да? А, это... Бейкер-стрит, да? Бейкер-стрит, ну да, но мы в Вене, а не в Лондоне. Бейкер-стрит, да? Угу.
чего мне так это нравится, потому что вот идем сейчас чуть-чуть подойдем, сейчас еще тебе покажу интересное. Вот. Вот тут тоже один из старейших винных баров. Очень старый винный бар. Он, видишь, работает не всегда. Вот и. Der Wein verdient soll nicht Wasser bekommen. Тот, кто заработал себе на вино, не должен получить воду. Воду. Очень-очень интересно. Смотри, какие дворики. А мы со Златой всегда выходим и вот в центр и идем по таким вот дворикам. Здесь можно ходить в этих двориках без конца и без края. Это посмотри. Магазин. Да, для альпинизма. Ну, здесь, конечно, и цены тоже. Ну, они специальные, видишь, из натурального. Из натуральной сколько шерсти. Здесь сколько здесь стоит вот это вот все? Да, здесь сколько, одну митто снять квартиру здесь. Место. Да, ну про покупку я вообще молчу. Пойдем там, пройдем. Зайдем, возьмем, перекусим. Ну, хочешь обратно на Штефансплац? Да-да, пошли туда. Можем зайти в ДМ, если хочешь. Нет, в ДМ мы уже прошли. Ой, пожарная. Вот этот праздник рождественский здесь. Здесь так интересно. Уже нарядили. Надеюсь, что не открадут. Подготовка к Рождеству. Просто фантастически, как они это делают. Да. Хочу тебе открыть большой секрет. Я на пару раз покупала здесь цветы, но совершенно не удержали. Совершенно. Немножко расстроенные. Слушай, а что это за луковицы? Что за луковицы? Амарилис. Амарилис? Да, вот видишь белые. А когда у нас открывается рождественские ярмарки? В ноябре когда-то, да? Они уже, наверное, должны открыться. Почему так все интенсивно? Потому что, видимо, что-то они хотят, чтобы народ побыстрее или пораньше покупать, чтобы не все сразу, знаешь, чтобы очереди не было. Но здесь, я не знаю, знаешь, это вот тут... Нет, здесь я первый раз вижу. Я не была здесь на рынке ни разу, на рождественском. Ты знаешь что, тут с одной стороны вот товары, да, а с другой стороны вот тут будет еда, да. Так вот Вена готовится к рождественским рынкам. Как смотри, облаку. Уже елку да поставили. О, смотри, сегодня ее это обгородили. Да. Первый раз так обгородили. Помнишь, несколько раз с тобой? Да, не было здесь. Нет, первый раз так елку обгородили. Вот она уже рождественская. Ага, все как-то это залили. Ну, наверное, помоют. Не знаю, что тут мы как масло нужно. Красивая елка, ничего не скажешь. Просто шикарно. Самое страшное, что 27-го ее уже не будет. Да, 27 числа, 27 декабря. Елку эту уберут. Она только рождественская, эта елка. Будний день, а народу очень много. Так,
никто не работает, все сидят на безработице, потому что никто не уволен. Да, точно, все сидят на безработице. Это вынесли вердикт, да, что это так. То ли это туристы, то ли это те, которые... Знаешь, ну, не знаю, мне кажется, туристов сейчас... А откуда сейчас все по домам сидят? Ну, я, во всяком случае, сегодня в свои часы отработала. А я на пенсии. А ты на пенсию? Да, кстати, на пенсию женщины выходят в Австрии в 60 лет, а мужчин... Да, в 62, а было 60. Сейчас 62. Мне разрешено на 2 года больше работать. Слушай, а мне немножко осталось. Я же платила и так, я и сейчас плачу на пенсию денежку страховую. Я 68-го года, так что мне... А мужчины, я слышала, это 65. Мне 65, а сказали, что 60. Женщины... Нет, 65. А хотят что сделать... Что бы тогда иметь с этого мужчины в 65? Не он знаю. Пока на коленях. Он не доживет до этой пенсии. А, кстати, между прочим, я слышала, что... Это мне Людмила, вот чешка, говорила, что женщинам хотят сделать до 65, а мужчинам до 70. Это мы с тобой выходим... Это Кольмар. А? Кольмар. Это Михаила Плац. Да, это Михаила Плац. Демель. Да, это, как это, бекарай по-русски, это да, пекарня. Да, это, а это, кстати, это пекарня этого кайзера. Да, это пекарня этого кайзера. Франца Иозефа, да. А это, по-моему, дамочка, она, это бисквит, что ли, это, или это, как это, марципан. Вот. Здесь марципан. Это марципановая, да, дамочка, да, в витрине. Конечно, иногда даже и навряд ли поставил. Да, Михаэля Плац.